Мы тут пропустили немного, но это пофиг. Тут мультик начался, а мы тут начали. Стэн такое! Давай, ой! Но они слишком увлекайся, а стволы перегреют. Мы не поприветствовались! С полыми руками бери! Всем привет, дорогие друзья! Берите свои миражи! Фэнов, держитесь крепче! Что происходит? Почему такая реакция? Капитан Стоун, группа Дельта. Новые вводы из штаба. Судя по данным на вашем жестком диске, большинство горожан Чуть как Я не вообще запинаю. Это вообще причем? Похоже, кроме Ирины на наши вопросы никто не ответит. Что за чертовщина происходит? Ой. Ты видел, там сейчас только что не покажешь. О, там хачик-хачик. Да-да, вот. Где вообще? Я тебя не вижу. А я сверху тебя, вверх, вон, да? Сверху, вверх, фэ-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 фэ
да, он по полям гоняет. Нормально, убивает. Хватит. А почему мне мышка влево не дает? Чтоб тебя. Что за... Меня слышали игровище такое. А у меня тут экшон на максимуме. Экшон, я экшон. Блин, мы не поприветствовали. А что приветствовал? Всем привет, дорогие друзья. А я морская свинья. Так. И мы тут ночью просто. Ночного, нифига себе. Ты видел это? Ночью. Я его прямо в гарри садил. А ты тоже стреляешь? Иди, крутой миразик. Ты не нажимаешь, да? Нажимаю. А че? Вся ответственность на меня. Их слишком много, мы не справимся. Так, сейчас справимся. Мы приедем уже в пути, держите позицию до их подхода. О, господи! Топоры летят! Что вообще за дверь? По колесам, по колесам! Твою мать! За голову схватилось? Что тут происходит? Самое неожиданное начало Resident Evil. Новый голый клуб. Я не знаю. Так, взрывай машину. Ты кто патроном или что еще за... Уберите их, наконец! Кто воздух там палит? Я вам точно не знаю. Да, все. КТ, ребят, КТ. Сделайте что-нибудь! Нифига себе, баррикады! Врывайся! Что происходит? Ёлы-палы, это что? Здорово! Блин, еще не до конца все выстрелили. Что-то у меня пулемет красный светится, это нормально? У меня тоже. Видимо, жизни мало. Ладно. Да. Нет! Я вообще не догадался, что это жизнь древняя жизнь. Нет! Как так? Что? Мы что-то не нажали, что ли? Как? Давай с КТ там сейчас перегасим. Молодей. Так, че я по воздуху палю? Что за... Друзья, если вы видите безумие, то вы с нами. Он кидается чем-то. Это правда по ходу жизни, да? Да, я говорю, это когда жизнь кончается, видимо, у нас это... Господи, на мотоцикле, блин. Погасите. Мотобайкеры. Киноделаны. Каски они. Без прав, без каски гоняют. Так, мы ДПС. Только не сдохни, Слава богу, мы, наверное, не умерли. Да. Да, детка, да. Не примерно, по-любому. Видела это негр это? Ты давай негр. Ты
Господи, безумие прошло. Походу прошли главу. Надеюсь, вам понравилось. Подожди. О, игра так орёт, когда я потише сделаю. Я попробую. О, тут эти жмурики. Что могло такое натворить? Да вот хрен его знает. Да, конечно, бешеные мотобайкеры, они, наверное, и ходили там. По людям. Водила вообще просто в полнейшем. И не буду говорить в чем. Думаю, все догадались. Там, видите, забегал так это странно. О, чем там? Братишку подержать решил. Да не дышит он. О, что-то там большое. Слушай, это главное. Только не босс, только не берегись. Я сейчас выключу. Начали главы уже, блин. Нет. Ого, это же женщина-тролль. Это мужик-тролль. Это что, мы, блин, в РПГ какой-то? Обычно в РПГ такое. Босс-тролль. Это что за Шрек? Это же с нас как детей. Твою мать! Опс! Стреляй, стреляй по нему, давай. Ты сможешь. Мы сейчас убегали, походу будем. Надо убегать сейчас. Живо прыгай за... Нет, меня уже стали. О, давай, думай, поливай в него, в харе его прям. Ща я буду палить. Получай, уродина. Уродина? Это женщина, что ли? Куда? В харе не помогает! В харе не помогает! Шары, шары стреляют! По рукам, когда он замахивается, по рукам... А, по пятке ему, по пятку! Патроны, перегрев! Перегрев! Офигенного пита! В пятку стреляй, в пятку! Во-во-во-во-во-во, ништяк! Бочка, бочка! О, да-да-да! Молодец! Ух ты! Кровокозябры! Ультра! Кровокозябры, идите нахрен! Идите нахрен! Идите нахрен! Смотри, там еще и эти! Там еще и хачки! Че у вас так много-то, а? Дебилов-то произносит-то! А хачки кругом еще! Ой-ой-ой! Я увернулся. А плюс да. А я нет. В пятку ему сейчас надо. В пятку стреляй. Окей. Почему? По пятку ему стреляет. Во-во-во-во, ништяк. Вау, какой красивый. Шон. Тихо, не замахивайся. Почему он обвесился нашими ребятами? В пятку ему. Пятку? Перегрев, гребаный. Я тоже. Спокойно, я сказал. Ну-ка, будь спокоен. Блин, сейчас бы еще пару бочек это их керосин отрыть. Ее, там ему этих гоблинов с рук оторвали. Вау! Стреляй в эту херовину! Я стреляю! В мужичок или что это у него такое вылезло? Это мама квакозябр. И оно обратно залезло. Кто это такое вообще, ИП? Это супер горилла мутант? Кинг-Конг. Это Искигами там, переростки. Улица Сезам, новый персонаж. Блин, я не увернулась, как всегда. Тихо, в пятку ему, в пятку. А-а-а, боится света. Эти ему, попечить ему. Нет, что их так много. Вспышек света боится. Смотри, там эти туда стреляют еще, господи. Нет, с ними они лохи. Вон, сейчас он... Нет! Все под контролем, не боись. А, он приближается ко мне. Вернулся, да? Я вернулся, да, я красавчик. Так. Да, детка, да. Ему осталось еще две штучки оторвать. Вон тихо. Так. Все. Обвесился наш. Твоя очередь. Ребятами. В смысле моя очередь? В пятку. В левую там. На руке пятка у него теперь появилась. Давай. Пошло дело, пошло, все. Да, ура, наконец-то. Сейчас опять это, мужичок этот вылезет. Блин, точно. В него стреляй. Да, я думаю, еще. Со всего духу так. Да, мужичок порвался. Это безумное, говорит, начало серии, я не знаю. Сразу босс. Экшен, сразу босс. Да вообще просто.
Я не думала, что так хотя бы одна серия начнется, не знаю. Я думала, как всегда, спокойно так. Мы где-то там в деревушке. Чай в деревушке пьем. Там зомби гуляют так спокойно, легенькие такие. Но не босс же сразу, ужас. Это, конечно, круто. Ну, он не такой уж сложный был, по-моему. Ну да. Мне кажется, первый был сложнее. А первый который был? Который у нас с этим, мясник был, огромный. А, с молотом-то? Бегать от которого? Да-да. А что случилось? Какой интерес? Что случилось? Что? Нам обоим надо валить отсюда к чёрту. Давай. Ага. Что ты имеешь в виду? Что там у него? Он что-то имеет в виду. А что за напарница? Но когда ты? Файл данных, да, конечно. У него паранойя, что ли? А, Джилл Валентайн это. Это та женщина на фото? Он что, влюблён в неё был? А кто такая Джилл? Такая, с кепкой. С кепкой ходила. Блин, я не помню. С хвостиком. Брюнетка. Понял, да, всё. Ты же играл, как ты можешь? Да я не помню, я давно играл, знаешь. Даже я не играла, но я знаю, кто. Ну, ты молодец. Давайте похлопаем тебе. Не надо. Да чё, беседа не кончается, а глава-то когда-нибудь закончится. А он чё, влюблён в неё был? Я откуда знаю? Там вообще кто-нибудь влюблён друг друга, кроме этого? Ады Вонг и этого. Леона Кеннеди. Просто повернуться и уйти. Тогда больше никаких приказов. Ты слышишь меня? Ты где? Да я здесь, я просто так размышлял. Ну, как бы такая открытая любовь, как они там целовались. Ну да, Леня, там, да, они там целовались, там спасали друг друга. Стреляли в друг друга, нормально. Любовь, ненависть там все. О, я за рулем. Дирижабль идет, ух ты. Какой нахрен? Водяной дирижабль. Водяной дирижабль. Все. Это конец главы? Да. И чё мы так закончим? Я потом за рулем буду, а ты там бегать будешь вокруг. Это что, весь наш летсплей, друзья? Тебе в библиотеку добавлен файл Маджини. У кого? Маджини у меня какие-то добавлены. Чё, реально? А, у нас одинаково очко, видишь? Одинаково стреляли. Да боги мы, по-моему. I am God. Блин, ты на 2% и... 2 целых Я точнее. А я больше убила. Больше. Я убила больше. Ну, я говорю, у тебя зато уже. А, я думал, ты говоришь, что там... Ну, у тебя там папаган такой, или... Ой, папаган. Как эта хрень называется, не помню. Ну, это восьмистволка-то этот, миниган. Миниган, да, миниган, вот это вот. Ты там, конечно, там у тебя за раз с десяток вылетает, а я из этого, херовины из этой стреляю, у меня она перегревается постоянно. Ну так я же это, Шева. Что-то такая маленькая миссия, чтобы им прощаться уже. Да? Мы даже не поприветствовались. Всем привет, дорогие друзья, с вами был Дартон, морская свинья. И всем пока. Всем подписывайтесь на наши каналы, это была маленькая серия, нас давно не было, и мы решили вам записать, чтобы вы хотя бы не скучали, знали, что мы живы, что мы здоровы, что мы счастливы, как обычно, в общем-то. Ждите нового видео. Что ж, всем пока. Пока-пока. Ты ее любимчик. Я вкусненький. Закладываю. И куда ты ее там положила? Так, закладываю. Это по всему периметру пусть будет. По всему периметру района, все. Отлично, подорвалась.